Уже известна та самая дата выхода ключей в нашей игре, и сегодня об этом поговорим. Друзья, привет всех на канале, с вами Марлахирам. И в сегодняшнем ролике, как вы многие уже догадываетесь по названию, мы вместе с вами затронем ту самую тему, довольно актуальную, о тех самых грядущих ключах в нашей игре, которые должны появиться. Поэтому, в свою очередь, обязательно видеоролик поддерживайте активностью, если вам тема подобная интересна, потому что уже прошло, наверное, несколько месяцев после того, как разработчики анонсировали конвертацию в нашей игре. Ну и, конечно, наверное, последний месяц у нас, как вы знаете, тот самый баннер, в котором вы могли оставить заявку на конвертацию своих контейнеров ключи, вовсе пропал и ничего не произошло. Есть какие-то намеки определенные от разработчиков на то, что конвертация уже все ближе и ближе. Но многим интересно узнать, когда, наконец-таки, когда это произойдет, потому что кто-то открывает контейнер, кто-то все же ждет конвертации. Поэтому сегодня об этом с вами поговорим. Ну и, конечно, узнаем наконец-таки дату того самого обновления, потому что уже некая информация всплыла. Конечно же, если первый на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Но я в свою очередь напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal. Привязывайте в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоинов. Вся подробная информация есть на нашем сервере в Дискорде. Присоединяйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед. Ну и давайте, наверное, с вами перейдем в первую очередь как раз таки баннеру, в котором мы вместе с вами можем уже неким образом отследить за тем самым турниром, который нам позволит немножечко даже узнать о дате добавления тех самых ключей. Как вы знаете, сейчас я лично играю в этом турнире за команду Diamonds. Мы уже с командой прошли как раз таки двух соперников, это Team Pointers, четвертьфинале, также в полуфинале Anti-System, вчера буквально игра была. Ну и уже дожидаемся оппонента, который будет известен уже сегодня вечером. Это Фрэнси или же Диваны попадут в тот самый гранд-финал. То есть всех приглашаю обязательно 17 числа посетить трансляцию на Twitch-канале, которая будет состоять из 10 раундов, если, конечно, заруба будет интересная. Поэтому ссылочку я оставлю обязательно в дискордике на этот поединок. Обязательно тем, кому интересно, приходите. Будет очень приятно вас видеть на трансляции, ну и, конечно, вашу поддержку. Ну а теперь я скажу, к чему это я все. К тому, что у нас как раз-таки в турнире, если зайти на сайт Киберспорта, в котором также можно следить за этапами турниров, которые уже проходили, которые продолжаются, у нас есть вкладочка правил, в которых вы можете как раз таки долистать до самого конца. И тут уже будут написаны как раз таки призовые команд, которые получают в своем случае за топ, по-моему, 8 или даже топ 16. Сейчас мы даже с вами узнаем топ 16, друзья. Те самые ультра ключи. Как вы знаете, турнирчик у нас, как я ранее показывал, будет до 17 числа, то есть до воскресенья уже этой недели. То есть на этой неделе турниры заканчиваются, и каждый игрок из команды получает то или иное количество ключей. То есть это говорит о том, что уже на следующей неделе, скорее всего, а именно в четверг, появится как раз таки, а может быть даже в среду, анонс о том, что наконец-таки ключи будут в нашу игру добавлено. Ну и в пятницу, наверное, уже в игре как раз таки будет возможность их получить. Заодно, если интересно, ведь в ближайшее время как раз таки после получения наград за турнир, то самое открытие контейнеров благодаря к новым добавленным ключам, обязательно ролик поддержите активностью в виде пальчика вверх. Если будет большая активность, то обязательно в скором времени будем с вами открывать, ну и делиться с вами комментариями. Ну и, наверное, многим интересно, а какая же будет стоимость ключей, потому что, по моему мнению, поскольку разработчики в последних видеоблогах говорили как раз таки о ключах, о их ценности, о том, что ключи можно будет в любой момент использовать, как во время того ивента, который сейчас в игре проходит, так же и во время ивента, который у нас, возможно, в будущем будет. То есть не сразу открывать контейнеры, получать те награды, которые в данный момент есть в них, а дождаться какого-нибудь нового, в котором будет, возможно, более стоящие для вас награды. Это либо устройство, либо скины. И, конечно, тогда уже воспользоваться теми самыми ключами. И в таком случае, мне кажется, как раз-таки, поскольку ценность тем самым ключей возрастает, по ощущению, ключи как раз-таки в нашем магазине будут продаваться
дороже. То есть эта информация пока что не подтверждена. Это пока что мои предположения. Возможно, вы своими комментариями обязательно поделитесь по поводу цены. Но вот есть ощущение, что последний раз мы видим те самые паки с ультраконтейнерами за подобную цену. То есть, скорее всего, дальше, я не знаю, возможно, даже будет в таком предложении за 20 тысяч тенкоинов лишь там 150 ключей, а может быть и того меньше. То есть, ощущение реально складывается такое, что не только в самом магазинчике, но и во всех будущих наших ивентах, активностях, те самые ультраконтейнеры, те самые даже обычные контейнеры и все остальные, скорее всего, будут иметь, как ни странно, благодаря подобным изменениям большую ценность. Ну и, конечно, это может повлечь за собой определенную моменты, то есть как награды станут в меньшем количестве выдаваться в наших активностях, ну и конечно сама цена, возможно, из-за этого может возрасти. Пока что это лишь мои предположения по поводу даты, я думаю, что это наверняка уже ничего не поменяется, то есть на следующей неделе уже стоит ждать ключи, скорее всего, в нашей игре, если, конечно, отталкиваться от той информации, которую мы вместе с вами увидели на сайте турнира, который заканчивается уже в это воскресенье. Поэтому еще раз напоминаю о том, что кто желает, обязательно можете прийти на гранд-финал. Diamonds против команды, которую сегодня вечером как раз таки определится. Мне очень будет приятно видеть вас на официальном твич-канале Танков Онлайн. Ну и конечно вашу поддержку в этом поединке. Надеюсь, что будет борьба интересная. Ну и конечно сможете получить дополнительные бонусы в виде контейнеров, которые дают за просмотр матча. В свою очередь обязательно видеоролик поддержите активностью в виде пальчика вверх. Будет интересно узнать, что вы об этом всем думаете. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.